Хочу показать вам еще один музей на Копце Костюшка. Называется музей восковых фигур. Там вы увидите не только музей восковых фигур, ну еще кое-что, что именно трудно мне сказать. В общем, смотрите сами. W latach 1820-1823 rodacy usypali w tym miejscu kopiec Tadeuszowi Kościuszce. Figury wojskowe, twierdza. Najgroźniejszą bronią tego okresu była artyleria. Jesteśmy na hale artyleryjskim w korpusie numer 49 w Warszawie. Что это за механизм? Пушка. Как окопы были. Окопы строились типа земля вверху, и в окопах такие помещения. Это у нас кто? Юзеф Пилсудский. Пилсудский, это ж этот полководец, по-моему, никак. Ты же высказывал, який жуков. Да. Давайте заумнее. Видно. Так, это у нас кто? Игнаций Подоревский. Ой, папа римский, Ян Павел II. А без вспышки дела не будет. А со вспышкой можно? Мария. Мария Фаустина. Святая сестра Фаустина. Елена Кова. Ян Матейка. Chopin. Henryk Sienkiewicz. Adam Mickiewicz. To akustyczna zona. Punkt akustyczny nazywa się. Вот если встать сейчас сюда, звук один, встать на синюю, звук другой, вот, и сейчас встать на желтую, звук третий, акустика. У